Привет, прогрессивный народ, это истинный следователь. Небольшой обзор, тест лука. Лук не совсем обычный, тем, что он стоит до хера. Вот смотрите, такой вот лук бывает. 210 рублей в ленте, а я его видел еще давно, год назад. Около 300. Назывался он, правда, не Ялтинский, а Крымский. Чудо первый сорт. Странно. Бывает такой красный лучок, он для салатов. Он менее горький. Я его покупал, красный лучок. Так ничего, стоит он около 40 рублей. Это из того же подвида, как я понимаю, но стоит намного дороже. Я попробовал его. Похож на тот же красный, ничего особенного не вижу, только такой вот сплюснутый, видите, конструкции. Может, в нем какие-то вещества есть особые. И для салата немножко все-таки он горчит, не совсем сладкий. Поэтому, если в салат горечь не нужна, то этот не совсем годится. Вот такой вот лучок. Не знаю, почему он так дохера стоит. Ничего особенного по вкусу в нем нету. Покупайте просто красненький для салатов лучок и сойдет. Ну, лет покупайте, если деньги девать некуда. Всем пока. Это был великий истинный следователь. Обзор ультрадорогого лучка.